Здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вашему вниманию очередную мою золотую монету, которую выпустил канадский королевский монетный двор. Монета выпущена в 2017 году. Это четвертая монета в серии, посвященной крупным животным, и называется она, эта серия, Call of the Wild. Это зов природы, дикой природы. Зов дикой природы. Это четвертая монета. Я не покупала первые монеты, так как, естественно, это стоит больших денег. Но так как я очень обожаю оленей, то я приобрела эту монету. Вес монеты 1/3 унция. Номинал монеты $200. Диаметр 30 мм и толщина 2,87 мм. Сразу хочу сказать, что она шла, я ее когда получила, она шла фирменной запаянной карточке. Но дело в том, что при определенных обстоятельствах я повредила эту карточку, и она имела неприглядный вид, поэтому я решила ее удалить и освободить эту монету. Первая монета в этой серии был ревущий волк, вторая – ягуар и третья – гризли. Четвертая в этой серии монета – это лось или канадский лев Випи. Если эта монета имеет защитный канадский листочек. Вот, и в центре этого канадского листочка, правда, сейчас так не видно, там цифра 17, которая обозначает, в каком году была выпущена эта монета. Здесь мы видим королеву Елизавету, год выпуска 2017 и номинал монеты $200, прошу прощения. Вот такой лось или они, или олень. Кстати, я здесь встречала, они водятся не только в Канаде, они водятся и в Америке. Более туда, в северных частях. Вот если вот так вот я поворачиваю, то в кленовом листочке видна цифра 17. Спасибо вам за внимание. Пишите ваши отзывы, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вам всем благодарна. Всего вам хорошего.